39 глава из книги пророка Иезекииля. «Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою, отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог, и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог, это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их. И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И весь и дом Израиля 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона, то есть полчище, и так очистят они землю. Ты же, сын человеческий, так, говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане. И будете есть жир до сытости, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моими конями, за столом моим, конями и всадниками, людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что я, Господь Бог их, от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною, я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Посему так, говорит Господь Бог, ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля,
и возревную по святому имени моему. И почувствуют они бесчестие свое, и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их. Когда я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою перед глазами многих народов, и узнают, что я, Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог».